приехал. Без разговоров, надеюсь. Да? Ладно, давайте тогда не ругаться. Все, 1, 2, 8, 9. Алло, алло, всем привет. Привет, привет. Андрюха опять плохо слышно. 2. 1, 2, 3, 5, 0. Опа-опа-опа-опа. Так, сейчас я чувствую, они где-то справа, то сейчас нам тут накидают сразу. Печенюшек-то. Плохо, что деревья пробиваются, да? Так бы было хорошо, за деревом спрятался. Их, бляха-муха, сломал дерево. Ёшкин кот. Лампочка не горит, я уже отсветился, они меня пабликсы. Слушайте, у меня лампочка вообще никогда не включается. Может, где-то пипку какую-то надо нажимать? О, ни хрена там, КВ-5. ИС-2Э какой-то, я вообще не знаю, это новый какой-то танк, да? Семерка. Какой? ИС-2Э? Он же ИС-2. Почему семерка? Экранированные, это потому. Ёшкин кот. Я куда еду вообще? Не знаю даже, куда я прям... Ох, успел я проехать, слава тебе, Господи. Тут, Андрюх, у тебя стреляют. Вон КВшка стоит. Бляха, ну нахрена ты перекрылся? Отъедь! Кто там стоит впереди-то? Я только КВшку в горшок. Бань тебе! Ох, я не пробил его, слушай. Да чё у меня, наверное, там зубочистками стреляет на. Слушай, КВ надо 2 добивать, что-то он вообще там плохо себя чувствует. О, там у него подмог, что ли, выехал, ёшкин кот. Я тебя куда-нибудь грызло-то за сандалию. На-ка. О, ему в горшок надо верхний, короче, в правый колбасить, на. Левый выше, левый-то больше горшок. Правый в правый. Ах, ё, я промахнулся, рикошет. Блин, еще черт этот с дрелью тут завелся. Все, КВ-2 разобрали, поехали. Поехали, поехали, парни. Почему КВ-2, ты говоришь? Там КВ-5. Ну, я имел в виду, да, КВ-5-то. О-о-о, чёрт побери. Тут вообще что-то все плохо. Стреляют во все дырки, короче. О, все, одного забрали, нормально. Тебя, братан, сейчас я тебе прикурю. Стой, куда поехал? На, кого я ему снял, нормально. Малок, маленько осталось, дайте ему там триндюлю-то. Выпишите. О, забрали, все, нормас, поехали вперед. В атаку! За родину! За Сталина! Калашников, оказывается, был танкистом, парни, е-мое. Да. Изначально он был, да, он был танкистом. Танкистом, я знаю. Ну. Я не знал вообще даже, слушай. Все, все, нифига мы, смотри, прорвали ему по оборону-то. Потом был заезжен. О, нашу базу берут, ёшкин кот. Кто пропал? Меня где? Ухает, с ним ах, все, нам снимите кто-нибудь базу, базу снимите, парни. Слышал, да? Не, а? Пока. Дима. Кого? Я говорю, у друга отец с ним рыбачим. Калаш. Ладно, нифига молочага. Клево. Так, слушай, ну все, базу никто не снимает, на. Ой, они там все, походу, да, сидят на нашей базе. Мы не успеем, на. Не успеем, ёкарный бабай. Чёрт побери. А чё, все геройски погибли, что ли? Один я остался? Ну да. Рындец. Ну, короче, мы просрали по-любому. Ух ты, ух ты, чёрт тебя дери. Нам, короче, все, хана. Мы один хрен просрали. Да, да. Все, они взяли базу. Черти. Сутулые. Ну ладно, че. Слушай, а так прям хорошо начали. Прям понравилось. Прям зашло. Тю-тю-тю.
Тю. Ну, давайте возьмем второй немец. У меня вот такой. Какая восьмерка? Потом можно кому-то следующему выбирать там пару танчиков. Да? Блин, мне надо этот Т-100, бляха, найти. 44-100. Этот долбанный телеком отписать им. Да позвони просто. Так вот. Уже сколько я звоню тут, Андрюха? Уже устал собираться, звонить, короче. Да уж, да уж. Делов-то, знаешь, взять, набрать да позвонить, ё-моё. Особенно, когда карантин был, так звони там, хоть зазвонись, я не знаю. Позвони завтра, чё. Так, а завтра чё у меня, какие чё по плану? Сцепление менять буду, отзваниваться буду в пятницу на машине. Отзвонюсь. Ну да, можно будет. Можно. Перед тем, как сесть играть, например, во что-нибудь. Слушай, я человеку обзор все никак записать на этот яс не могу, ё-моё. Не могу с силами собраться. Поехали через горку? Не? Или через, или через рельсы, я не знаю, там куда-нибудь. Поехали. Едем. Нет, ты чё? Я на этот план не поеду. Надо держать банан. Банан это где? Это кто? Парадня. Куда, куда едем? Ну, квадрат, короче, D7. Как? Б. Д. Д7. Д7. Что на ты? Я даже и не понял. О, чувак, он с двумя смычками поехал. Я помню, победил такого одного. Кстати, с тобой играли, по-моему, да? Там двух смычкового там я разобрал. Не помню, кто еще с нами был-то. Так, ну, поехали, короче. Ладно, поеду за тобой. От меня толку-то мало. О, тебе-то может кто-то атакует. Ни хрена их там уже, смотри, целая горушка. О, черт побери. О, стреляют, этот что-то все шевелится тут передо мной. На, короче. Стрельнул, походу я взорвал. Назад, назад, вытяни. Походу я машину там расстрелял только, ё-моё. Себя назад, думаю. Поехали в горку, на. Мы тут показали, что нас много, короче. Можно уже уезжать, короче, я думаю. Я уехал на горку. Кстати, на горке, по-моему, никого там почти нету. Мы можем там прорвать их оборону. Они сейчас тут будут рвать, а мы будем рвать. Ну, пока они там вас рвут тут. Они и так видели, что у нас там четверо было. То что там четверо, давайте сразу не поедем. А мы вчетвером сейчас бы объехали их вокруг тут и все. Блин, только бы тигр бы ехал бы побыстрее, было бы вообще классно. Небесный тихоход, ё-моё, сейчас придется по ходу с танка вылазить, толкать его в горку. Давай, давай. Задолбал этот. Соляру какую-то хрену. О, ни хрена тут с горки, втроиха поехали назад все. Вчетвером поехали назад. Вы чё, эй, предатели? Ха-ха-ха-ха, я поднимаюсь, они удирают, прикинь. Чёрт подери. Один я, короче, в гору тут мчу, короче, все уехали. Как и всем надо, нужна помощь, все, нужна помощь, парни, возвращайтесь обратно. Ух, ёп, выехал на-ка, херак мимо. Ух ты, нихера тут их, ёп, втроика тут они, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чё там, ты надо нажать, ёп, на, тебе собака сутула, все, мне уже тут муки разваливают. Ах вы педальные черти. Нахрен. А нихера они там дунули оттуда все такие, в четверака такие, вообще молодчаги. Все, херак приехал, короче. Все, геймо. А зачем ты наверху-то стоял? Так я поднимался только в горку, слушай.
Надо было спуститься тоже. Так я и спускался назад. Во, их там до хрена, слушай. Там их трое, четверо. Так, вон трое, четверо, да, вон летят уже к тебе. Уезжай туда, Андрюха, уезжай, разберут на. Разберут. Сейчас. Бах, все, ты один остался против них, наверное. Там тут шмаляет. О, слушайте, нормально тут подогревают парни. Давай бей этого защитника, Кирилли Фини. Ох ты, не пробьем. Да ранил он нахрен. О, ни хрена он тебя еще протаранил. Все. Гейм овер, короче. Все. Слили, гады. Все, Андрюху окружили, там смотри. С обоих сторон сейчас ему быстро булки-то намнут. Считай, с этой стороны четверо, да? И сзади уже там. Ой, сзади там уже пирает. Андрюха, сзади, короче, один. И спереди четверо, это тебя уже окружают на. Сзади он идет уже. Сзади подошел. Двухсмычковый. А че он сейчас тут? Два смычка тут сейчас. Быстро. Да еще этот он подогревает справа. Короче, все. А-ля улюга, не гусей, походу. Ну да, слушай, это двухсмычкового не пробить даже, да? Он по броне нормальный, да. Ну да, что-то он. Я даже удивляюсь, что я его тут раз раскидал-то, на чем я был-то, я не помню. На какой-то шляпе-то ехал-то, наверное. Его что ж, по-моему... О, все, можно в ангар ехать, короче, парни. Ну, 600 я накидал. Так, выйти... Я в ангар поехал. Все, давайте. Давайте и седьмой, короче. И седьмой машина хорошая. Трак я забрал. Короче, не прокатило. Поражение. А чё? Ну берите чё там есть. Ну, кто чё хочет. Поехали. Не без разницы. Что взяли? Десяточка. Я и седьмую беру. Все, сейчас мы порвемся. Всех как тузик грелку. По-любому. 705-го взял. Ну да, Андрюхе надо что-то. Тебе, может быть, дрова попробовать переставить, эти звуковые. Может, там выплюнь что-нибудь. Да я уж устал их переставлять. У меня вообще было, знаешь, как у меня я ставлю, короче, дрова родные, ну, родные эти реалтековские. А у меня начинает этот... эхом долбить. Как бы, а мне... Windows какой? Десятка. О, на десятке проблема, короче, с дровами звуковыми, вообще реалтековскими, там постоянно вилы. Я сколько мучился. Ну, все нормально. Новую карту надо. А у тебя какая бедяха? 500... А, 550-й. Так, мы чё, куда? Да, это тут при чём? Куда Старая. Едем, парни? Корректируйте движение, направление. Ну, у меня процессор и материнка новые, а вот ведуху надо как минимум 1050 АТ. Ну, до канала мне на звук не влияет. О, поехали направо, значит. Она и Realtek как положено пойдет. Да, что-то Realtek с десяткой не дружит ни хрена. Я говорю, а вот у меня постоянные муки с Realtek. Ну, я в этом не разбираюсь, я не знаю. Короче, ну вроде как бы... Видюха на звук вроде не влияет.
там вроде в процессоре. Процессор хороший вообще. И чё, Андрюха, мы выехали, тут какие-то вилы, короче. Материнка вообще у меня с пятерки на семерку переходная. О-о, я, наверное, погорячился, да? Только я азартно. Тут и спрятаться негде, да, под моста-то? Ни хрена я его не пробил, вот этот выехал. На букву С, который. Ох, кто-то ему втащил нормально, слушай, его. По-моему, есть шанс прорваться. О-о. А, шансов нет, на. О-о. На-ка тебе печенюшку, прикури-ка на петлю, братан. И седьмой за разу вообще целенький проскочил, прикинь. Чисто я перезаряжался, он вообще просто в прицеле проехал. О, ни хрена, смотри, кольца покатились. А куда катитесь, заразы? Что-то света нет, ни хрена. Там кто с угла-то есть, там кто-то, да? Это кто стоял? Чего вот они так стали-то, я не понял. Где проехать-то? Что-то там вроде как и нет никого. О, нет, там есть все, все там есть, на. На-ка, не пробил, ёпс. Поехали, 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 прорываемся, парни, туда, давайте быстрее, сейчас мне буки развальцуют, черт побери. О, Иса забрали, нормально. Во-во-во, давайте поехали, там Денис, короче, еще кто-то справа есть, на. Ты там где, вот постреляешь по нему. Так он где-то внизу, я уехать не могу, где он есть-то там. Хоть он на букву Ж спрятался. Сейчас выйду, мне тут сразу банан втащат и все. Ну-ка назад, на. Бляха, не пойму, попал, не попал, на. Стрельнул, стрельнул, как этот, особенно национальный заход. Я, говорит, стрелял, но как-то так. Так ты куда ему попал? Да я даже не понял, я попал, не попал. Это мне уже бук шевелил. Все пропало, нах. Слева, короче, кто-то натаскивает, на. Назад, 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 назад. Бляха, гусеница, дай. Черт тебе в рот, компот, на. Собака сутулая. А Андрюха не едет туда, застрелит. Ой-ой-ой-ой. Не дали ему. Сейчас прожету завалит. Меня кто-то тут еще прям гасит прям. О, нормально забрали одного. О, вторую забрали. Вообще нормально. Вперед, 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 вперед. Как говорится, я стрелял, стрелял, но что-то ни в кого так и не попал. О! Нихера! Все, меня забрала эта херовина на колесах. Вот это у него елда, бля. Бляха-муха. Извиняюсь, парни. Вот это у меня в раз втащил, и все, и гейм овер, короче. На колесах, говорит, еще главное, херовина на колесах. Не, не на колесах, у меня дупло такое вот это. Хрень вот, которая меня застрелила, это ешкин кот ее. У меня там сопло, мама, не горюй там. Легких не хватит, чтобы в такое дуло курнуть. Все, Андрюху тоже расхлестали. Все, поддержки никакой, Андрюха. Я тебя не спас. Второй Андрюха что-то вообще там едет последний. Смотри, посмотри на него. Экономит солярку, походу. Забон это там купил, что ли, Андрюха? 4% приехал, смотри на него. Что говоришь? Забоны, говорю, это там купил, что ли? Нет, у меня просто достался без пути. Давно. Акция была.
супер конь и выткните. О, видишь, я уже 7 единиц навалял. Бонус применить. О, тройной бонус. Вообще нормально, слушай, вытаскивает эти звездочки. Ну давайте берите что-нибудь другое. Популяем тут. Раз уж это дело пошло. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Я тогда вот с этого бонус сниму. Бонус пока применить. Так, восьмерочка. Возьму-ка я 44-ку. Прям. Это восьмерка? Так, ты взял 44-ку? Да. Прям заходит, мне она вообще по красоте. Жалко, что вот я куда-то протабанил вот этот 44-100, у меня вот этот Ростелекомовский, конечно. Ну прям, прям... Ух. Кто-то ездит меня. Я помню, на каком стриме там какой-то маленький танчик там так долго гонял, вот этот 44-й. МХ, по-моему, какой-то, он пошел стрим маленько. Гонял, наверное, минут 5 его там. Он последний остался по карте, он гонял. Задолбался гонять. Может, самому смешно там на стриме стало. Так, в горку едем, да? На маяк? Прикинь, есть десятка такая же, и вот восьмерка такая же. В смысле, 44-ка? Вот, видишь у меня какой аппарат? АХ. Есть десятка еще АХ. Бляха, меня тут что-то развернули, черт подери. Дайте разогнаться, ешкин кот сейчас. Самый быстрый танк решили запороть тут. Снять с меня последний гуслик, как говорится, да? Давай, 44-ка вперед. На маяк. Я не залезу на маяк, походу. Там уже, наверное, эти уже просквозили, там, я понимаю. У тебя вообще он не топливо. Вон уже там. Черт, его дери, батчат, этот уже проскочил, короче. Черт, поп-дери, да? Давай ты. Тюхай поскорее. Ой-ой-ой. Тебя четверка какая-то наверху тоже, и в рот ее компот. Давай, давай. Ой-ой-ой, мне уже в буки навяливают. Ё-моё, откуда, кто? Чёрт, побери. Опа-опа-опа-па. Вот он. Ни хрена. Мочите этого вот этого. Хрена за трубой. Кому в рот компот заехал прям за трубу, а ты посмотри. Йорк, побери. Только Крайснер в капа его. Все, боновый магазин добавили его. Да, да. Да, добавили уже, да, там? Да. Добавили. А, 11 ГТФ уже кончили. Чё, мне хана, короче, на. Твою в рот тебе компот, блядь. Бляха-муха. Всё, никакой помощи от вас, парни. Меня этот батчат расхлестал там. Сутузы заехал со своего автомата, расхреначил. А ты где был? Где? Я был у этого, у трубы. У какой трубы? У маяка, у этого. А, вы вообще вправо уехали? Ни хрена себе. Вот тебе, друзья. 4 танкиста и собака, е-мое, получилось. Ты наверху, что ли, был, говорю? Конечно, но... Ну, вот это, что, куда мы наверх туда поедем? Так вам надо было снизу там булки навяливать-то. Да там, вон есть кому булки наявить, ему X там стандарт стоит. Ну вот мне первый вообще-то сандалил, по-моему, вот этот Шкода, который тут у вас тусит, вот это вот. Танкист вот этот 7-1-1. Он мне, я, по-моему, еще в горку поднимался, мне сразу булку сзади засандалил.
Еще наверху вот он был вот здесь. Над вами. Я вообще тут никого не пробью, наверное. Я не пробью. Вы вообще что-то тут такое ощущение, что вы, наверное, пошли, наверное, куда-то кашу поесть, наверное, там. Да? У вас даже пушу, стволы не двигаются там. Подкашки было, осталось всего, мы решили не прививать. Вдруг что. Есть попадание. Попадание есть. Хэви, слушай, мне тапок какой-то нравится, вот этот китайский Хэви. Хэви 5, наверное, по-моему. Такой вообще такой небесный тихоход, на его хрен продолбишь. Такой вообще утюг там. Нифига он, смотри, Хэви 4 идет, ему втыкает, втыкает. По барабану вообще, смотри. 6% похрен веники. О, все, забрали, забрали. А мне вот, блядь, какая-то сука Удис, а тут кидает сверху. Вот тебя будут-то люди слушать-то, будут радоваться-то, наверное. А ты про меня, что ли? Ну да. Я что-то все равно на YouTube загружу-то. Ты не ругайтесь, парни. Хорошо, что у тебя микрофон тихо работает там. Плохо слышно, но слышно, но слышно. О, прям за тапок прячься за этот. Удис там где-то стоит, ладно. Ну что там, сверхушки, сверхушки вроде раздолбили, смотри. Нормально вроде. У меня вообще по нулям. Ой-ой-ой, зря ты так прям геройски поехал-то. О, и сразу тут пошла Мазутов. Направо, 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 Андрюха, за камень. Все, хан на тебе. Ох. Ох. Давай, давай, второй тигр перезаряжается. Нет, его не это, не видишь? Он вроде прямо к тебе. Не достаешь? О, да вон справочка какой-то стоит, упырь, смотри. Сейчас тебя Андрюх сверху там накатит. А, не пробил вообще, ну слушай, а. Гусле. Давай назад, назад. Все равно укусил, смотри. Слева, слева объект он с горки долбит. Прям вообще на открытой стоит, смотри слева. О, все, засвет пропал. Все, промахнулся. Кто, он тебя грохнул, нет? Да, он грохнул. Блин. Осталось-то тут двое. Уже едьте в атаку там их. Расчехлите им бананы. Да сейчас, ну смотри, как видишь я, саппортанец. Ни хрена там рикошет от него отскакивает, посмотри. 1% не остался, ё-моё. Добьем. О, пошел. Ису вообще, Ису вообще на сотке могла бы смело просто ехать там на таран, ё-моё. Есть. Вообще. А где потеха-то? Меня... А слушай, она может... Где-то она вон там, он прямо, наверное, и торчит, наверное, или в углу он справа. Куда он тут еще, мой молодец-то? А вон он, слева, вон она, слева, слева, слева. Это который тебя, Андрюху, грохнул, да? Ай, второго Андрюху грохнуло. Ну мне за свет 900, какие за свет 900? 700 настрелял, 1700 заблокировал и 900 почти 1000 посветил. Короче, под так обоих, Андрюх накуканило, короче. Да. Да, раздербанили в амбуке. Меня сыграйте 3 секунды, я сейчас сбегаю. Сбегаешь? Холодненьким пивком. Да, за пивком холодненьким. Мне тут из одной двери выйти, в другую войти. Из одной выйти, в другую войти. Следовать. Так, ну давай. Давай со третьего.
возьму я. С него пыль собьем. А чё это? Всё, я готов. А чё это? Да. А, цветок нужно. Сейчас я башенку поставлю. Ага. Что-то Истри вообще так изуродовали. Прям визуально. Весь такой в шрамах, каких-то швах там запаян, за это заваренных. Хрена себе он такой стал. Что-то они как-то внешний вид танков так маленько, да? Подмастырили. Так давно уже так. Такой весь травмированный аппарат. Может, ты там сделал, принял этот стиль какой-то пошарпанный? Нет. Нет, то у меня этот стоит. Ну, как по дефолту, у меня нету никаких ни модов там, ни читов там. Так или... это внутри игры сейчас все делается. Типа это. Придать образ танку старого. Просто он весь пошарпанный будет, да чё? Да нет, вроде ни хрена не делал. Так, куда тут? Ломовать-то. Да, вижу, ничего пошарпанного. Ну, у меня сейчас не на максимальной настройках, потому что греться начинает жарко. На максималках играю. Да, у нас 9 градусов, вообще жара, лето в разгаре. О, у нас 35, блин. 35, да. У нас бы в 35 я, наверное, комбы и заводить не стал. Ну, у меня монитор стоит, ФПС монитор, тут температура у меня показывает. Сразу бы все закипело у меня тут. Почему? Ну, у меня просто греет нормально, он же без водянки у меня. Я тоже без водянки. Так у меня этот FX9590 грелка. Да, особенно, да. Когда ставишь графон там 4К-шный, как бы играешь, то вообще там... просто бомба. Начинает. Ну да, Моник-то 4К как бы начинает вариться там потихой. Да, ты Full HD играешь. Ну, на Монике в 4К Full HD это уже не очень сильно интересно. Уже не та картинка, короче. Ну и сразу не спят, если на покупали. Так. Я даже не знаю, что тут. Давай, поехали вперед. Там уже они, наверное, все здесь уже, нет? Проскочит он, да? Все, проскочил один на шарика, да? Нахрен. Я за ним пошел. Пошел, но смысл есть в этом, нет? Ну, я вообще не знаю, да. О, Лева тут. Лёва есть. Сейчас я попробую с горочки, может, кто там еще есть. О, там еще кто-то есть. Трое уже. Ага. Ага. Так, так, так. Оп. А нету больше никого, слушай. Т-34, что-то крот этот встал там. Помощь есть, от него нет какая. Там придется выезжать мне тут. На Исуле. Сейчас я подожди, братан. Попробую подмочно. Ни хрена не пробил я Леву. Ну и Лева меня не пробил, короче. О, еще кто-то там не пробил меня. Давай, иди сюда, петушара. Одному нормально. О, Лёва, не веса не берет, прикинь. Второй раз мне уже стащил, ни хрена вообще. Ни о чем. Давай, Лёва, еще разик. Бляха, и я Лёву не пробил, смотри, второй раз. О, так мы сливаем, ё-моё. И Лёва меня пробил, и я Лёву пробил. Вообще нормально.
тебе подери. Черт побери, блин, мне что-то надо починить походу. 5-2, наверное. О, чё мы там? А, Лёва остался. У Лёвы 20-ка, ё-моё. У Лёвы нет 20-ки. Я забрал его. Ох ты, собака сутулая. Тут они тут. Черт их в рот компот. Карачун вам всем. Походу скоро, парни. Что сзади, что не... Сзади-то никого и нет, ё-моё. Там такой вообще, где ты есть-то? О, черт подери. Бляха, меня уже сзади окружили, ёп. Сельмопсель. Все, мне хана, короче, Андрюха. Все, меня расхлестали на. Карачун, короче, Карачун пришел. Я один тут на троих выбрил. И пришел мне Карачун. Ну, что-то как-то... Заезжай, не справа там, давай всех там убивай. Всем огонь. Так. Рикошет. Да ладно. Вон они там в двояка катаются. Давай, давай, вон он. На банане мы, они там все в яме, короче. Они меня там в яме в тройка долбили, короче. Еще и... О, нормально. Давай, давай, добивай их тебе. Иди, не фиг. Сейчас он вылазить будет из ямы. Накати ему там. А, короче, вот, мимовато, походу. Как-то. Я попал. О, справа он, этот... ЛГБТ. Как он там называется? ЛТТБ. ЛГБТ. Давай, да вшатать им всем там. А сам они балуй. Блин, 1% ему оставил, прикинь. Да давай едь вперед уже, они там в канаве сидят там. Наш там он... Исван там горит уже полным ходом. Сейчас он его затаранит, походу, не? Они оба там в яме, короче. Давай, давай, давай. Так, один направо убежал, второй где-то тут, прям где-то тут, прям падай на него, вон он убежал. Да едь, бери базу его, короче. Этого сейчас с 1% доразбирают, едь на базу туда и все, того нет смысла выщемлять там. Привет, смотри, зараза сутулая.
отвалишься, Андрюха. Идь базу забирай. Сейчас. Он там все равно убежал вообще куда-то за сопку там. Берите базу, так он и приедет, может быть. Или гаситься поедет. Ну да, он сейчас получает, сейчас вокруг сопки, короче, едет в твою сторону. Нет, вон он там стоит. Смотри, как бы он тебя справа там не при это, не прикипел. Ну, Лёва, короче, как кис получается, третий где-то примерно. Вот мы вместе с ним стрелялись, вообще нормально, слушай, было. Ну, вставай этого под сломанное дерево. И все. И нормас. Да. Бери базу, хрен на него. Сейчас прилетит собес мой фугасом. Короче, он загасился, уехал чисто так. Чтобы выжить, короче. А нет, вот смотри, приехал все-таки, черт его подери, да? Под самый конец-то. Зараза. Не надо было 34-ки, надо было туда ехать. Ему навстречу. Да ладно. О, какой-то ящик. Купить улучшенный пропуск. Это что за хрена-то? Не надо тебе это повесить. Ну это куда, в браузер кидает или как-то так? Нет, это за голду просто купить. Нахрен, у меня нет этих голдей. О, ни хрена, 7000 мне дали. Это да. Огонь на поражение, третий класс какой-то. Что там, восьмерочка. Так, что у меня есть из восьмерочек? Сейчас я посмотрю. Давай-ка 3-4 возьмем. Лёву возьму. О, точно. Лёва бабок всегда приносит, слушай, вообще. Лёва прям... Вот, чтобы играть и зарабатывать бабки, это нам нужен Лёва, короче. Играй все время на Лёве, будешь всегда с деньгами. Можно один танк взять и, короче. У тебя тариф игровой. И колбась, да, как бы с премиум аккаунтом. Ладно, вы пока езжайте, я сейчас быстро перекурю на балконе. Все под контролем, я на монитор смотрю. Потом, сейчас буквально у меня что, зубочистки. Я быстренько. Все, стартуй. Потом подтянусь. Буквально сейчас, секунду.
Так. Я уже в седле. Чё там, где война? Да все, уехали направо. Мчусь я, Андрюха. Чё-то у вас там, смотрю, в этом замке там какая-то войнуха идет. Кого-то расслистали там нормально. 54-ка там стоит еще у вас где-то. А, или вот там еще есть. Сейчас подтянусь. Ага, у нас тут война идет народная священная война. Ах, я не попал, ё-моё, 54-ка, зараза сутулая. О, все разобрали. Тут-то сбоку мне пантера как-то нагрела, короче, слева. Андрюха, смотри там осторожней в арку. А, вот она, пантера и засветилась. О, давайте ему там прикурить. Там еще ПТ-шка вместе. Коря забрали. Ой-ой-ой, пантера опять мне за... Как я горю, я горю. Ой, я горю. Пантера мне булку навялила. Все, короче, у меня тут все. Все, мне кранты. Все, в ангар, короче. Я пошел в ангар. А че мне тут с обоих сторон тут начали навяливать? Или, да? Нет, уж мангарич. Звери? Да вообще лютые поросята. Так, о, ИСУ. Накидали тут, да? Так, что берем? Чё берем? Вот я и спрашиваю. Ну, у меня море танков. Танков море. У меня тоже море. Море. Танков. Море. Мир бездонный. Да. Тихий шелест. Как там дальше, я уж не помню. Чайки и прибой. А, не, надо мной кто-то стоит. Да. Ну чё, выбирайте что-нибудь, поехали. Чё там, Андрюха, качаешь? Бери. Я чё качаю, блядь? А вот... Ах, как мы ругаемся томатом. Мы не умеем томатом ругать. Так. Девятка. Придется 54-ку брать. Ущербный танк, е-мое, вообще. Нравится, ты что, надо вернуть его обратно. Кого, 54-ку? Да уж, ущербный, хороший очень танк. 50. Да он какой-то убыточный. Раньше его было раньше было не пробить, сейчас как этот, как консервная банка, е-мое. Не знаю, мне понравилось 54-ку. Не знаю.
Раньше был вообще огонь. Хрен чем возьмешь, я не знаю. Хоть сверху залазь, там, я не знаю, автогеном вырезай. Да? Ну, а сейчас только пунь-пунь и все, как этот. Ни о чем, короче. Началось. Где утро, да? Ну. Сейчас я попробую в центр заскочить. По паримкам. Вроде скорость у него ничего такая. Просто чтоб мне там буки там не навели сразу. Дайте проехать дверь. Да, Андрюха, ты шпаришь. Что у тебя тут за этот? Это ты шпаришь? Да БТ-шка как. Шпилишь, только свист стоит, да. Ох, 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 напихали, напихали. Черт подери. Вот так меня всего разобрали, ни хрена себе. Вот это дела. Пока не родила. Оу, я свалился вниз, все пропало. Все, мне хана, короче. Хотел светануть, в итоге свалился вниз туда. Все, мне вилы, парни, мне вилы. Ой-ой-ой, все, я тут уже загину, походу. Все, да, Т-30 мне тут навяливает, все. Ой-ой-ой. Да ты чё ты тут? Все. Game over. Game over приехал, короче, по центру. Черт, надо было мне свалиться вниз туда, к ядрине фене. Андрюха подходит. Ай-яй-яй-яй-яй! Там еще колесник впереди, смотри. Все, Андрюха горит, короче. Колесник, зараза. Убей его! Ни хрена у тебя пробить не может, да? Вообще классно. Колесник тебя метит. Опа, не попал, не пробил. Колесник-то, зараза, ты смотри. Прибор наблюдения установлены. Там еще и прожет контроля. Повреждение Да, тут, Андрюха, тебе никуда и не выехать вообще. Ну, справа парни, смотрю, прорвали там нормально. Пока мы там суетились. О, смотри, они уже у нас на базе, ё-моё. Стой, Андрюха, стой. Вот там эти черти. Колесника нашего растащили. Андрюха, справа идут. Колесник идет справа. Тут
лордом они где-то вот тут вот, по центру походу пролазят. И Шкода он где-то свалилась там сверху. И в районе базы там еще, наверное, два или три танка. Шкода тебя светит, походу, да? Посмотри, чтобы колесник тебя не объехал сзади. Так, забрали их ни в одного. Только что 7-4 было в нашу пользу. Ну. Во-во-во, вышел, давай бей его! О, молодчаги, забрали! Давай. Держись. Еще колесник где-то тут посередине должен ползать, по-моему. А, вон, сзади уже уехал. Ягоду на колесо. Давай, иди уже на них там, долби их. Яга вышла на простор великих войн. Ну-ка, а Шкода что, у них жива еще? Еще Шкода где-то тут ползает, которую ты долбил. Стоит. О! Бах! Епись недобитый. Вот еще тут тарахтит рядом. Забрал полтишок. Полтишка забрал, молочага. Коды где-то с Удисом. О, опять колесник. Колесник он бегает. На тебя колесник, по-моему, бежит, не? О! И лорд, зараза, выехал тут. Ну, давайте я там с базы-то что, не может никто нагреть его. Во, нормально. И колесник где-то справа получается. Вон. Нет, он, да. Привет. Вон он там, колесник там кружит. Он наверх сейчас уйдет. А там прожит хотя. Там держат Шкоду, там езжу, тоже одно название осталось. Давай, Андрюха, в атаку едь. Эй, у меня 90 хп, куда? Да нормально все. Не бойся, прорвешься. Я не боюсь. 30-ка там наверху все равно стоит. Просто надо у них светляка как-то... О, вот и колесник нарисовался. А я говорил, что он где-то справа. Давай, едь, едь. Я не говорил, что он где-то справа. Нет, ну я тебе перед этим, ты говорил, что он справа там. Андрюха же говорил, что он, говорит, сейчас уйдет, он на центр направо уйдет. А он, видишь, он там и остался, зараза. Бывает что? Бывает и хуже. Так. Ладно, давайте, что там берем? Что там, поражение, победа была? Да должны вы-то и вытащить-то по-любому. За предыдущее поражение было. А что-то лоханулся. Он вышел в перекрестный огонь на троих. Так, ну и все. Давайте, что берем? Что-то надо брать. Брать. Давайте я поеду на этом. Давайте Су-си... Как он там? Су-152. А, Су-152. Это семерка, что ли? Ага. Мне, может, уже пора объект 704 покупать, я не знаю, он у меня уже прокачан, нет. Или ИСУ там, как он там? Ту, ИСУ. 152. ИСУ, который не сыт. А-а-а.
Ису и несу. Ису, да. Ису и несу. Так. Что за карта ХЗ? Да. Карта так себе. Тяжело. А же колесников может сделать. Короче, налево я уехал через железку. Зачем? Не знаю. Поровнее вроде. О, меньше. Да. Вломлю туда куда-нибудь, встану, может, кого там выслежу. Я вообще вот этих с неповорачивающими пушками вообще ни хрена не перевариваю, эти танки. Поэтому поеду-ка куда-нибудь я туда. Туда куда-нибудь. Он уже АМХ прорвался, зараза сутулая. Победа у нас. Бейте, бля. Ой, не ругаемся, да? Кто-то ругается? Да, есть такое. Бывало проскакивало. Так. Что это за хулиган? Хули какой-то ган. Так, что-то там горушка, да? На-ка, братан! Ох, я ему пятерочку оставил! Ё-моё, заряжайся быстрее! Убейте его! Убейте! Не пробил. Ёлы-палы, уходит. Чёрт его побьери. Ушел, ушел. Супер этот Хелкат. О, все, дострелили его, короче, нормально. Я его не пробил, прикинь, блин. Да ладно. О, еще один тут нарисовался. Сейчас еще один. Еще сейчас, братан. Нет его больше. Ох, как мне нравится эта пупушечка. Пупушечка, да. Уж как. Ох, ни хрена! Все, мне тут уже куканы навяливают. Ё-моё, я поехал куда-нибудь в лужу. Если успею. Если успею. Там еще хелкат какой-то. Есть еще третий, походу. Надо какой-то. Ну есть, есть он там, вон он, да. Ну сюда. Я тебя жду. О, ни хрена, какие там новые танки, какой-то 53 ТП. Тащит кого-то вперед, ни хрена себе там вообще. Тюлень какой-то. Ой-ой-ой. Дается мне там было убийство какое-то. Да нет, мы ему не даем покидать. Давай, давай, ты выезжай сюда, я тебе сейчас тут сразу дам. Все, я, короче, остался тут один, походу. Походу мне финиш. Светил там парнишка на МХе, все, парнишки кранты. Бляха, Хелкат выехал, ёп. О, спасибо, кто-то поддержал прям меня, вообще молодчага, добил его. Я гуслю поставил, его сушка добрала. Вообще нормально, нормально. Сейчас этого клоуна расстреляем. Так, там еще он какой-то есть, там, да, вот это. Опять я увидел, блядь. Так, ну-ка поехал я. Вперед. Поеду потихоньку. Глядишь, меня тут никто не заметит. Хотя навряд ли. Черт подери. Прикинь, я засветил ему клиндык. Все, мне походу сейчас будет трындец, наверное. Я тут держу. Я поднимаюсь. Ну сейчас мне походу будет. Одна. Все, вилы, я на него выхожу, но не знаю. Я подождать мог. Поздно.
Убейте его, убейте! Парни, помогите! 5% у этого кодла! Черт его дери! Как мне развернуться? Как мне развернуться? Быстрее назад, сучка! Быстрее! Не успеваю, я не успеваю! О, спасибо, кто помог! Я чуть-чуть что ты бы мог меня подождать, чуть-чуть старый. О, вообще жесть! Вообще жесть! Спасибо, парни, спасли! Так, тут один остался. О, блин, прям поддержали. Молодчаги. Вон он. Так, где его найти? Сейчас вот там замочат. Да по-любому. Да мы не успеть. Сделать не успеем. Все, его больше нет на. Слушай, нормально я на Иисус играл. Слушай, вообще прям замечательно. Как на блохе приехал, помог. Да вообще бы прям просто вытащил. Он бы меня забрал просто-напросто. Я не успел бы повернуться. Ну тут прям. Там хорошо. Утру бафетал сделал. О, мне какой-то значок, единичку дали. Целюка. Значок классности степень 1. Ничего себе. Я оказывается, герой, наверное, какой-то. Не, мне целеуказатель дали по КВ-5. Так, отлично. Так, что бы такое взять бы? Что бы и где бы, что бы взять бы? Блин, ну я не хочу на немцах, зараза, кататься. Вот прям не хочу. Давай прокатим. Ну вот не хочу, мне надо качаться, конечно, давайте. Мне вот этот Тигр 2, он вообще такой утюг, бляха, едет, пробивается, ни хрена никого не застрелит. Что за танк? Ну вот как бы я сталкивался с Е-50 и Е-75. Слушай, они вообще как бы хорошие танки, их вообще сложно пробить, как бы. Поэтому я как бы и пытаюсь на них выкачаться. Уж не знаю. Насколько они сейчас хороши? Мы уже прошли. Ждем Андрюху. Андрюха пошел искать, наверное, по сусекам. Там. Амбару. Да, у него есть, кто есть. Пошел, да, сейчас выкопает что-нибудь. Слушай, как ИСУ вообще нормально втаскивает, а? Прям... Ух! Так, ну я в следующий. Так, ну-ка, если... Вообще красота. Прям вообще нормально, слушай, мне прям понравилось. Так. А кто у меня был? А, у меня был СУ. ИСУ мне надо. О, так я могу купить ИСУ. ИСУ я могу купить. Так. Ну-ка, ИСУ. Там ни хрена еще, конечно, нету. А, так мне какой-то собрать чертеж надо, я не понял, что это за хрень. Перейти к машине. Чё? Купить, я вот нажимаю, он ни хрена у меня не покупается, прикинь. А почему? А, вот что? Он у меня не хватает 300 тысяч, ёптерный театр. Андрюха. Ну да. Я думаю, чё он не берется у меня? Что случилось? ИСУ, а потом я хочу на 704 объект. Вот, мне нравится тоже. А потом объект 268. Можно выкачаться. О, так можно на Т-10 погонять. Там тоже объект 277. Тоже вроде как хороший, да? Ну ладно. Ждем, что Андрюха куда-то делся. Куда-то пошел. Шоль-шоль и пошел. Так, что у нас тут? Победа. Победа набежала. Все отлично. Андрюха вообще пропал. Отрубился.
ухо из Рыликович. А у него выключены этот и микрофон, и наушники. Куда? Айда, я беру танчики, поехали. А как? В бой-то кто нажмет? Ты? Я? Почему я? Посмотри, да. Кто стоит. Ой. Взвода в полном составе. Ой. Ой. Ага. В бой. Поехали в бой. Что-то лето пришло, смотрю, вон в интернете только эти мотоциклисты разбиваются. Блогеры эти все. Но они же без головы. Ну блин, ну правильно гонять под 200 километров? Они еще удивляются, что их гаишники пытаются остановить. Так вы едете по правилам, никто вас не будет останавливать, е-мое. По сути говоря-то, да? Понятно, что это адреналин туда-сюда. Едьте на трассы, где эта скорость позволена, пожалуйста, гоняйте там хоть 200, хоть 300. Чего, рыжие, что ли, я не понимаю, что ли? По белой нитке, да? Ну. А то смотри, ё-моё. Вот начинает там, ой, там вот так вот, вот получилось. Ну да как, хрен ли вы не соблюдаете скоростной режим-то? Извините меня. Почему я должен вот ездить, соблюдать скоростной режим на машине, да? Как-то с правилами, там, со своими дорожными, там, да? Дружить, как бы. А они должны ехать прям умнее, там, всех, я не знаю, там. Такие молодцы прям. Чё вам там? Права, что ли, другие права, другие выдали. Или не из той, как бы я сейчас сказал, откуда вылезли, да? Не из такой вылезли, да? Или чё? Что за, блин... Мое. Вот перед тобой. Ну. Ни хера, я люв не пробил. Да ладно, ё-моё. Прикинь. Сгради. В бочину ему воткнул. Хоть бы хрен по деревне. Второй раз не пробил. Прикинь. Что за волшебный лёва тоже. Ё-моё, и свет пропал весь, все пропало. Ой, Лёва мне тут на... Лёва меня нагибает, короче. Ты Лёва. Да я Лёву нихера пробить не могу, прикинь. Ох, нихера, справа. Смотри, 20... Этот, Т-95, 92 выходит. Отъезжай. Не-не-не, не выходи, сейчас там... Опа! Жопа прилетела. Да не ладно, говори вообще. Да не жопу, нет, там выехал кто-то впереди. Вот кружку вылавливаю, щели. Собака проскочила, ты посмотри. Цветликавну одного убрал, сейчас второго уберу цветликавну. Вот вафеля выцеливаю через щелку. Выцелю, бень. Под меня бей, под бой. Прячься, попал. Да, сандалил. Он тебе по углам бьет в башню. Видишь, куда попал? Рубрюком. Вот. А там клоун. Чё, Лёва сутулый там. Какой-то бляха непробитно. Я тоже что-то его два раза не пробил, блядь, по гуслям. Я ему видишь? Три раза вставил, да. Один раз только гуслю снял, как бы. Это четвертый, по-моему, раз я ему гуслю снял, и все. Это волшебный Лёвана. Что-то они уже базу там берут где-то, в рот их коромысла. Где-то сзади там, походу. Да долбанный ты Лёва-то, вообще не разобрать, ты смотри какой.
На тебе, сутулая скотина. Защитник, твою мать, какой-то. Все нахер разобрали. Все, короче, гейм овер, защитник меня забрал. Вот гад. Все, на выход. Расчехлили, короче. Ну, Лёва вообще непробиваемый, ты посмотри на него. Так. Ну и все, наверное. Сколько стримчик? Час 17. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ребят, на канал. Ставьте лайки. Кому интересно. Всем удачи и пока. Собрался.